поклялись родине служить. Сегодня 21 новобранец 28-й понтонно-мостовой бригады принял военную присягу. Торжественная клятва воина была произнесена в ДК тысячелетия города. Вместе с родителями и офицерами за происходящим наблюдала Ольга Келешина. С раннего утра зарядивший дождь внес коррективы в ход мероприятия, посвященного принятию присяги. Организаторам пришлось перенести действие с площади Победы в ДК тысячелетия Мурма. При этом капризы погоды не омрачили торжественность момента. 21 новобранец 28-й понтонно-мостовой бригады зачитал текст клятвы. Мы достойны исполнять воинский долг, потому что защищает свободу и зависимость, донный строй России, народ отечества. За самым волнительным моментом в жизни каждого солдата следили родители военнослужащих, приехавшие специально в Муром. Военных поздравили офицеры. Свое приветствие передал глава округа Муром Евгений Рычков. Для самих же новобранцев с сегодняшнего дня начинается все самое интересное. Чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной, чтобы пройти этот этап жизни не на словах, а самому почувствовать. Практически все новобранцы родом из Нижегородской области. Солдаты не скрывают, они очень довольны, что предстоит служить так близко к дому. Я не знал, что здесь какая часть, я город здесь не был ни разу. Но город мне понравился, красивый. Я пару мест видел, так что в части мы. Всего 10 километров, я рад, что так близко все-таки. И климат такой же, не пришлось акклиматизироваться по новой. Уже в ближайшее время солдаты отправятся на военные учения. Вот только куда — военная тайна. Ольга Келешина, Александр Симонов, Новости Муром.